Силу и ловкость показали взрослые и дети. Сегодня во Дворце спорта состоялся финал республиканского спортивного конкурса среди профсоюзной молодежи «Мама, папа и я. Спортивная семья». В соревнованиях приняли участие 20 команд, победители отборочных соревнований. За звание самой спортивной семьи участники боролись в 7 эстафетах. Каждая семья выполняла непростые упражнения, которые требуют определенной сноровки. Среди команд были как новички, так и опытные участники. Принимаем первое участие в спартакиаде «Папа, мама, я. Спортивная семья» и настроены на победу. Мы занимаемся физкультурой. Я сам лично бегаю. Участвовал летом на полумарафоне ребенку 7 лет. Он занимается ушу.